Привет, друзья! Меня зовут Даша, и я буду твоим проводником в волшебный мир танца. У нас сегодня с тобой первый урок. Ну что, поехали? Приветствовать друг друга мы будем на языке танца, поэтому каждый урок мы будем с вами выполнять поклон. Давайте мы с вами его разучим. Ручки. И за правой ручкой шагаем. Раз. Приставили. Три. Поклон. Четыре. И обратно. Пять. Приставили. Шесть. Ручка. Семь. 8. Молодцы. Ребята, вы готовы к разминке? Да! Раз. Два. Ушко вправо. Раз. Два. Торопитесь. Ручки сильные. Плечики. Молодцы. А теперь вниз. Кисточки сильные. Сильные, сильные. Закрыли окошко. Открылись. Закрылись. Открылись. Закрылись. Стеша улыбается. Остановка. Ручки. Высоко. Ракета. Шагаем. На себя. Пальчиками. На себя. Повернулись. Мышцы показали. Будем падать. Снова упали. Улыбнулись. На носочки. Шагаем. Выше ножки. На себя пальчики. Молодцы, хлопаем. Высоко. Раз, два. Падаем. И высоко. Прыгаем. Молодцы, ножки вместе. Пальчики. Носочек. А теперь кружок. Другой ножкой. Шагаем вправо. И раз, два. Колени выше. И маленькие. Четыре, три, два. И летим, ручки длинные. И глубоко сели. Варя куда-то убежала у меня. Другую ножку. Волну пускаем. Отлично, сердечко. И вторую ручку, Варя, молодец. Ручки сильные. Высоко. Сегодня у нас первый урок, и начнем мы его с нового танца, который называется «Звезды». Давайте выучим основные движения. Правой ручки с правой ножки шагаем. Раз, звездочка, два. Красивая звезда получилась. А теперь прыгаем. Пять, шесть, семь, восемь. Ракета. А теперь за ножкой вниз. Накручиваем лапшу на ушко. Молодцы. И моторчик. Пять, шесть. 7, 8. А теперь считаем зрителя. Раз, два. Наклоняемся. 3, 4 ниже. Молодцы. Еще ниже. Раз, два, три, 4. Снимаем напряжение. Пальчики. Пальчики. Еще. Носочек. Носочек. Молодцы. Ручки на пояс. Помните, мы с вами окошко протирали левой ручкой? Будем с вами протирать окошечко. Раз, два с пружинкой. 3, 4. Ручка на пояс. Теперь вторая ручка. Также окошко. Раз, два, три, 4. Молодцы. Ручки на пояс, носик. Теперь мы будем с вами делать это с шагами. Шагаем. И раз, приставили. 2, 4. Поменяли ручки в другую сторону. Раз, два. Молодцы. 3, 4. Ручки встряхнули. Молодцы. Ручки на пояс. А теперь чуть быстрее. Раз, два.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы! Ручки на пояс. Мы вспоминаем с вами, как мы хвостиком, помните, шевелили? Хвостик, хвостик. И другая попка. Хвостик. И носик подняли. Молодцы! Нос подышал. Подули ручки. Хорошо. Ну что, вы готовы станцевать под музыку? Да! Молодцы! Ракета! И накручиваем лапшу на ушко. И танцуем. Молодцы, считаем зрителей. Спинка ровная. Ручки. Пальчик второй. Делаем петельку высоко. Тряпочку берем, протираем. Точка второй ручкой. Молодцы, попка. Молодец, Юрка, улыбайся. И шагаем ножкой. Качаем голову. Угу. Обиделись на друга. Хмурые-хмурые ручки. Лицо. А теперь улыбка. Ручку протянули. Вторую. Пальчиками. Сердце большое рисуем. И запускаем. Ручки на пояс. Носик подняли. Еще разок. Молодец. Вперед. Улыбайся. Улыбка, зубки. Все улыбаемся. Веселый танец. Считаем. Молодец. Носочек. Пальчик. И петелька. Берем тряпочку. Отлично. Другую сторону. И попа. Носик подняли. Шагаем с правой ножки. И паровозиком. Молодцы. А теперь плие делаем. Ушки трещат. Покачали снова головку. Молодцы. Ножки вместе. Столик. Ножкой топ. И звезда яркая. Хлоп. Ракета. Молодец. Ножка. Считаем зрителя. Носочек. Второй. Пальчик. Плие. Раз, два. О, просто еще разок. Забыла. И накручиваем. Танцуем. Спинка ровная. Носочек. Носочек. Ручка. И петелька. Раз, два. И окошко протираем. Отдыхаем. Раз. Попочку показали. Вторую. Спрятали носики. Круто! Молодцы! Молодцы, ребята. Вы здорово постарались. Ну а для следующего упражнения нам понадобятся коврики. Но если коврика у вас нет, подойдет и пледик. Я предлагаю вам отправиться в волшебный лес. И для этого нам с вами нужно превратиться в бабочек. У бабочек есть крылышки, и у бабочек есть усики. Мы вытягиваем красиво усики, длинные ручки. Молодцы. Спинки ровные. Молодцы. Носик мы вытягиваем. Держим спинку. Молодцы. Усики сложили. И бабочка полетела. Толкаем ножки. Молодец. Толкаем ножки, спинку держим ровно. Вот у нас спинка. Умницы. Вот пятерка вам. Молодцы, дети. И вы молодцы. Все стараются. Летим, летим. Мамочки нам могут помочь. Правильно выполнить упражнение, чтобы ребенок держал спинку, коленочки клал на пол. Молодцы. А теперь на цветочек прилетела бабочка. Воздушные лепесточки. Цветочек вздохнул. Красиво ручки открыли. Спинку держим. Закрыли лепесточки. И бабочка уснула. Положили спинки на пол. Молодцы. Аккуратно подавят, без резких движений, чтобы ребенку не было больно. А теперь бабочки просыпаются. Лепесточки открыли своих цветочков.
книжечку закрыли. Нет, книжечку закрыли, да. Носик, спинка ровная. Вот, умницы, звезды, вот супер, вот правильно девчонки делают. У них спинка ровная, коленочки нужно близко-близко к себе прижать, да, близко-близко. Плечики вниз. А теперь корочку толкаем вперед. Да, носочки натянуты. Стараемся, чтобы стопы у нас были вместе. Ножки как будто приклеили, да? Перемотали веревочкой. А пальчики стремятся к полу. Да? Молодец, умница. Стопы вместе. Пальчики к полу. Пятерка, ты умница. Вспоминаем с вами стишок. Петелька над головой выросла. Ручки петелька, ножки пуговка. Пуговку застегнули. Ножки обняли и носиком коленочки тихонечко. Не забываем носочки тянуть. Вот они носочки у нас. Молодец. Колени у нас на полу, мы их не поднимаем. Тихонечко постараемся, чтобы не больно было. Ладно, ты тихонько отдохни и еще чуть-чуть. Вот, молодец. Пуговку расстегнули. Наши ворота, ножки широко. Вот супер, круто. Спину держим ровно. Ручки у нас с вами в стороне, носик наверху. Вот, у девчонок все правильно, только носочки не забываем тянуть. Стремимся пальчиками к полу, хорошо? Молодцы. Берем в ручки мячик. Помним круглый мячик? Ручки мягкие у нас. И раскачиваем мячик. Ножки. Тяжелый, как будто арбуз, да? Давайте арбуз у нас в руках, а он же тяжелый. И мы его с вами качаем. Хорошо. Остановились. Арбузик превратился в воздушный шарик, и мы с вами его запускаем. Пока, шарик! Машем ручками, тянемся. Отлично. А теперь мы с вами будем комарика. Помните, мы с вами комарика учились ловить, да? Это у нас будет язычок. Язычок. Где твой, Юлек, язычок? И мы будем ловить комарика. Летит комарик. И жуем-жуем. Животик не погладили. Вкусный комарик был, да? А теперь муха. Давайте муху. Муха летит. Мы сначала приготовились, Юленька, приготовились. Далеко. Вот поймали. И к себе притянули. Пожевали. Животики погладили. Наелась лягушка, правильно? И она пошла отдыхать в домик. Ножки сложили, носик спрятали в домик. А, умница. Все, теперь спинка круглая, дети просто отдыхают, расслабляют спину и слушают музыку ручками. А теперь носик подняли, молодцы, ручки назад убираем, попу перекатываем вперед, как мячики на ручки, ручки топ-топ. И медленно деревце растет, медленно свои веточки поднимаем высоко. Красивый поворотик, красиво. Ручки опустили, носик подышал, ротик подул, носик и ротик. Молодцы, давайте пятерки. Пятерка. Девчонки, ну раз мы с вами оказались в волшебном лесу, давайте мы с вами бабушке отнесем оладушки. Вы же все знаете сказку про красную шапочку, да? Готовы? Давайте станцуем. Давайте мы, девчонки, с вами красиво начнем танец, как артист. Носочки, пяточки вместе, носик высоко, ручки на поясе. Молодцы. А теперь начинаем учить наш танец. Ручки вдоль туловища. Вот такие кисточки у нас сильные, нужно поднять, да? Как будто юбочка у нас. Молодцы. И мы будем с вами шагать на месте. Раз, два, три, четыре. Ножки выше, поднимай. Молодцы. А теперь ручки отдельно. Только ручки. У нас кисточки тянутся вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8. Молодцы, ручки встряхнули. Еще раз красиво их поставили. И вместе еще раз с вами шагать будем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И длинные ручки вытянули. Попу назад. Должен получиться красивый столик. А теперь мы с вами будем бежать маленькими ножками вот так вот. Нет, 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 говорить. Ой, молодцы. Носик подышал. Подули. Носик подышал. Теперь мы с вами очень утвердительно должны топнуть ножкой. Юлечка, ножки вместе. Ножкой правой. И топ. Молодцы. Еще раз. Топ. Отлично. Хорошо, следующее у нас движение с вами. Мы полочку должны приготовить, да, как мы за партой сидим. Но вот полочка перед нами. И качаем полочку. Лево, право, лево, право, лево, право, лево, право. Молодцы. Обязательно делаем пружинку. Ножки мягкие у нас вот такие должны быть, да, мягкие. А теперь с пяточкой. Пяточка правая. И ручки хлопают. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Нет, Юлек, надо низко, низко. Вот ножка, теперь вторая ножка. Так же, низко, 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 низко. Молодцы, ручки на пояс. А теперь давайте, девчонки, все движения, которые мы с вами выучили, соединим вместе, хорошо? Ручки красивые, длинные, кисточки подняли и шагаем вместе. Раз, два, три, четыре. Ножки выше поднимаем. Столик. Спинка ровная, и побежали ножки. Темным лесом не пойду, и головка тоже. Серый волк живет в лесу. Полочку сложили, мы с вами учили. Ладушки, ладушки, отнесу оладушки. Правая пяточка, отнесу оладушки. Бабушке поцелуй, для любимой бабушки. И вторая ножка. Ладушки, ладушки, ниже к ножке, девочки, отнесу оладушки. Бабушке поцелуй воздушный, отнесу оладушки для любимой бабушки. Молодцы. А теперь мы этот танец танцуем под музыку. Выростки. Молодцы. И выросли, нос красивый. Шагаем. Ножки, ручки меняем. Полочка. Умницы. Лизок, улыбайся. Пяточка. Бабушке поцелуйчик. Снова полочка. Пяточка. Поцелуйчик. Прячемся. Ух. Потихоньку вырастаем. Качаем качельку, качельку нашу. Молодцы. Выросли. Снова шагаем. Колени к небу. Столик. Возмущаемся. Головка. Мы расстроились. Грустные. Возмущаемся. Носочком. Вторая ножка. Носочек. Хлоп, хлоп. Прячемся. Внизу сидим, где никто нас не видит. И потихоньку растем. Тихонько. Раскачиваем нашу качельку. И носиком провожаем ручку. Вокруг себя шагаем. Отлично. Ножки выше, выше. Выросли красиво, артист готов. Полочка, ругаем. Серый волк плачет, а ты ножкой топ. Ладушки, ладушки, молодцы. Пяточка правая. Животик погладили, ножки вместе. Молодцы. Левая ножка, животики. А теперь до неба прыгаем высоко. Выше, выше. Еще ловим звездочки. Животик. Полочка. Раскачиваем полочку. И животик. Оп, ножкой. И поклон. Ну что, девчонки, вам понравилось в волшебном лесу? Да. Ну здорово. А вам, ребята? Я так и подумала. Но мне что-то захотелось попрыгать. Девчонки, вы будете вместе со мной прыгать? Да. Учим прыжочки. Ручки на пояс, лизок. И как в струнке высоко прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это наш самый первый прыжок. И мы его выучили. Молодцы. Следующий прыжочек. Ножки в стороны. Готовы? Поехали. Раз, два, три,
4. А теперь быстрее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Фу, молодцы, девчонки. А теперь учим последний новый прыжочек. Он сложный, девчонки. Давайте мы с вами будем учить медленно. Ножки в стороны и накрест. Вау! Еще раз вам. В стороны. А теперь ножка назад. Накрест. Молодец. Еще разок. В стороны. И крестик. А теперь чуть-чуть быстрее. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодцы. Но это будет домашнее задание. Это сложный прыжок. А теперь мы с вами соединим все эти прыжочки и сделаем одну музыкальную связочку. Вы готовы? Ручки на пояс, носик подняли. Поехали. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Накрест. Раз, два, три, четыре. Исходное положение. А теперь под музыку. Улыбайтесь, вот так-то мы можем делать. Сейчас начнем, девчонки. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В стороны. Раз, два, три. И накрест. Молодцы. Давайте еще разик. Приготовились. Пружинка. Готовились. Носики. Ручки на поясе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В стороны. В стороны на отрез. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Давайте пятерочки. Опа. Молодец. Ну что, девчонки и ребята, мы сегодня где только не были. Мы были с вами и звездами на небе. Мы с вами и в сказочный лес летали, мы с вами до неба прыгали. Нам осталось только превратиться в сказочное животное, да? Вы знаете такое животное, страус и крокодил? Я знаю. Знаешь? Покажешь? Ножки поставили на ширине плеч, ручки высоко. И на прямых ножках превращаемся в страуса. А теперь шагаем только ручками. Раз, два, три. 4. У нас получился крокодил. Теперь мы крокодил. Юль, догоняй нас. За ножками шагаем обратно. Раз, два, три. Страус. На прямых ножках все делаем. Молодцы. А теперь еще раз крокодила. Раз, два, три. Крокодил. И раз, два, три. Страус. Супер. Ножки мягкие. Медленно выросли. Ну что, девочки, встаем на поклон? Да. Да. Раз, два, молодцы, три, четыре, обратно, пять, шесть, семь, восемь, и похлопали обязательно друг другу, ура! Ребят, ребят, идем сюда скорее. Я забыла вам кое-что сказать. На следующий урок нам нужно приготовить реквизиты. Вот такая конфетка, вы ее можете делать с мамой сами, либо мячик. До встречи на следующем уроке.